Всем добрый вечер, дорогие мои подписчики. Я снова нахожусь в Dubai City Walk. Это прогулочная зона в самом центре Дубая, площадью 13 тысяч квадратных метров, состоящая из оригинальных стилизованных европейских улиц, наполненных дизайнерскими магазинами, кафе и ресторанами, а также зонами отдыха и развлечений. Я уже снимала 3 видео на тему того, что можно увидеть в Dubai City Walk. Причем видео эти очень подробные. Ссылки на видео можно будет посмотреть в описании под этим видео. Сегодня хотелось бы обобщить немного информации. Именно в Dubai City Walk находится Hub Zero, The Green Planet и выставка великолепного века. А также по вечерам каждый день, раз в полчаса, здесь проходит шоу фонтанов, которые я и хотела бы вам сегодня показать. Здесь есть специальный сервис. Если вы хотите проехать по всему району Dubai City Walk, то можно это сделать на маленьком автомобильчике за 15 дирхамов. Это хорошее место для прогулки, шопинга и встречи с друзьями. Работает Dubai City Walk с 10 часов утра до 10 часов вечера. Выходные дни, пятницу и субботу, с 10 часов утра до 12 часов ночи. Здесь часто можно встретить и туристов, и местных арабов, и экспатов. Находится City Walk недалеко от башни Бурдж-Халифа, всего 500 метров в сторону побережья Джумейры.
заканчивается шоу фонтанов Дубай Сити Вок искусственным снегом, который падает прямо на вас, и вы можете ощутить на своей голове и ладонях холодные снежинки. Это в той стране, где круглый год стоит лето и не бывает зимы. Снег в пустыне. Снег в Дубай Сити Вок.